Всем привет, с вами вновь Эфемер Абстрактный, и сегодня я буду вам показывать, как взял мастера, основной калибр и выполнил ЛТ-10, который идет на ПТ-Т-28. Во всем этом безобразии получения медали и выполнения личного боевого задания мне помогает игрок Блунг Ауд и чего-то там еще. В общем, я никогда не мог его выговорить полностью. Но это мой свободный. ЛТ-10, напомню, это максимальный результат, которым нужно занять первое место среди игроков своей команды по опыту, выжить в бою и победить в бою. Все это было сделано. Итак. Как обычно, я поехал на центр. То есть так многие делают, и в общем-то правильно делают, как мне кажется. Выезжаем здесь, показываем всем свою наглую физиономию, подсвечиваем, может быть, кто-то сможет пострелять. Вот, троих я насветил таким образом. Едем дальше. Едем. Находим вкусную сушку, по которой я безбожно абсолютно мажу, и она там за холмиком где-то мимо меня едет. Но, тем не менее, сушку это не спасает, потому что... И мой совзводный добирает, и игроки другие накидывают по моему засвету. Конечно, стоит отметить, что команда врага является очень красной, то есть там абсолютные новички. И в этом мое везение. Вот КВ-1С. Я по нему туплю, но потом нахожу, что неплохо было бы его поджечь. То есть он поджигается в переднюю гусли. Очень здорово. Один есть. Тут я опять мажу. Едем дальше. Находим чину. Чину вкусный для нас. При том, что он нас не видит. Второй готов. Снова едем дальше. Находим ВКшечку. ВКшка не обращает на нас внимания, но недолго. Но у него башня очень медленно крутится, поэтому я его наказываю как можно дольше. За что получаю? Здесь как бы надо выждать, потому что если я выйду, то получу ВКшки и все. Но он сам выезжает и на этом заканчивается. Ну и на сладенькая артиллерия. Спасибо, что смотрели. Не забывайте подписываться на мой канал. Ставьте по возможности пальцы вверх. Заходите ко мне в группу ВК. Можете также тоже туда вступить. И всем спасибо. До новых встреч.